Гречка, Генри, Овсеп, Артем, Лила, Андриан. Вифлеемская звезда указала мудрецам путь к младенцу Христу. Они пришли в Вифлеем и принесли свои дары. В бедном вертепе они увидели Иисуса, Марию и Иосифа. Там был волк и осел и звезда. На небе остановилась над этим местом. Ее свет стал необычно ярким. Я хочу пожелать вам, дорогие дети, вашим родителям, воспитателям и всем-всем детям на планете, чтобы каждый из вас часто смотрел на небо. Ведь звезда и нам указывает путь ко Христу, чтобы и мы могли принести Ему дары наших сердец, любовь и добрые дела. С Рождеством Христовым! И вас, дорогие зрители, с праздником!